Камеру держите вы? Да. Она привязана. Волноваться не на что. Всем привет. Это Баури, парапланы. Будем потихоньку стартовать. Дмитрий, да. С Русланом. Вдвоем летят. Да. Хорошо. Сажу вперед. Немножко вперед. Потом назад. Вперед. Как самочувствие? Отлично. Да. Значит, полетаем. Куда приехали? Из Москвы. Ух, ну что там, холодно говорят, уже лично. Ой, ужас, дожди страшные. Все, уже 8 градусов, да? Да почти зима. Ведущие в новостях все время ошибаются, говорят вместо октября-ноября. Наверное, соответствует, потому что так и ошибаются, да? По погоде похож. Нет, первый раз. Хорошее место такое. В принципе, у нас ребята и под Москву летают. Ну да, представляю. Как? Просто поле. Лучше, чем ничего, конечно. Но тем не менее. Был я у вас раз в месяц, нет, даже меньше, недели три назад. Я уже даже это, дождь был, немножко так снежок даже срывался, то есть в те еще, в то время. Но не всегда, иногда и солнечно было, жарко.